когда выходишь, хочешь прибавить темп, все быстро закончить, но не получается. Да сейчас простых соперников нету. Надо всегда подходить к любому сопернику с полной отдачей. Спорт придает не только силы, он еще воспитывает, делает людей добрее. Так что занимайтесь. И под ударами судьбы я ранен был, но не упал. Чтоб вы поняли, допинг-пробу первый раз в Мельдоне он держится год. У меня я иду чистый перед боем. Меня снимают, после боя опять берут пробы, я опять чистый. То же самое идет и с, как он называется, астерин, да, с астерином. Тоже чистый перед боем меня снимают, потом опять я чистый. Даже 6 декабря, вот 17 декабря бой, 6 у меня показало, что я провалил допинг-тест. Перед боем 13-е, 15-е, две пробы оказались чистые, и после боя опять чистые. И независимая компания брала, в Лозанне, да, брала вместе 6 числа вместе с Ладовской, я тоже чистый там. На суде в Нью-Йорке, ну, можно сказать, они были пойманы и на лжи, они замолчали, но это ничего не изменило и не изменит. Потому что признать свою неправоту – это признать, что их система гнилая вся. Тебе сколько лет? Лет сколько тебе? 10. У меня младшая моя дочка Полине тоже 10 лет. Она очень на тебя похожа, даже по характеру такая вот. Очень мнительная, впечатлительная. Мне, наверное, тоже немножко сердце жало чуть-чуть. Я сейчас тоже заплачу, но не буду держаться. Да плачешь-то почему? Потому что это мечта моего детства. Потому что я очень люблю бокс. И ты хочешь боксером быть? Ну, хочу, но мама не разрешает, потому что я девочка. А почему же дочку в бокс не отдаете, так хочет? Хотим лицо попортить. Да сейчас его увидел и все, и потерялся, расплакался. Я говорю, ты что, не пойдешь? Пойду. И трясется вся. Спасибо. Все, успокоилась? Ну, кого бы выбрали? Беленького или черненького? У меня есть любимый мужчина, я бы выбрала его в любом случае. Даже бы не променяли ни на Лебедева? Нет, не променяла бы. Слава ДВ! У меня две просьбы. Первое, можно для Самарского союза десантников? Сказали не приходить к ним, короче, без этого. Если у кого-то есть вопросы, интересуйтесь, мы вам ответим с удовольствием. Может, и вам пригодятся наши ответы в жизни. Сейчас работаем над подписанием контракта 10 июля, возможно, если все будет нормально. Пока все идет нормально. Бой с австралийцем. К сожалению, забыл, как его зовут. В ближайшее время информация будет официальная, там все увидите. Это будет июль месяц, примерно 10 число. Яркой победы. Будем стараться обязательно. Видите, у нас такой вид спорта, где или надо пахать, тренироваться, отдавать себя всего до конца. Или лучше даже не начинать. Карате, борьба, ММА, там, бокс. Это опасные виды спорта. И не забывайте, что с вас будут спрашивать вдвойне, если где-то на улице вы примените это все в плохих целях. Можно одним ударом искалечить себе всю жизнь. Прежде чем это сделать, нужно подумать много раз.